Всем привет! Это канал Кикидо. И сегодня у нас на канале, друзья, будет вот такая веселая игра, которая называется «Хитрая лама», которая плюется. А как она плюется и в кого она будет плеваться, сейчас мы узнаем после того, как мы распакуем ее. Так что давайте откроем нашу игру. Вы готовы? Аминка все достала. Давайте посмотрим, что в комплекте. Много картона. Так, что у нас здесь? У мамы здесь тут дырочка. Так, давайте посмотрим. Это наша лама, которая, соответственно, будет плеваться. Я так понимаю, что у нее здесь крышечка. Да, и это в эту емкость заливается водичка. Понятно, с этим разобрались. У нас есть рогатка. Смотрите, вот такая вот установка. Куда, я так понимаю, будут вставляться вот эти вот шляпки. Наша лама готова. Мы вставили в нее батареечки. И, как мы говорили, в нее заливается вода. Сейчас мы зальем туда воду. И закроем крышечку. А, где наша воронка? А, вот она. Да, в комплекте была вот такая маленькая вороночка, которая вставляется. Это для того, чтобы не пролить воду мимо ламы. Сейчас возьмет каждый из нас по три шляпки. И каждый должен будет стрелять с помощью вот такой вот катапульты в эту ламу. Вот у нее есть вот такие вот шипы. Эта шляпка должна прилететь и плюхнуться вот сюда, и зацепиться за этот шип. Как только она цепляется, соответственно, одна шляпка идет в счет тому игроку, кто ее пулял. Выигрывает тот игрок? Выигрывает тот игрок, у кого соберется три шляпки на этой ламе. Но самое главное, у ламы на носу кнопочка, и ушки тоже шевелятся. Как только шляпка задевает... Ай! Аминка, она сейчас стрельнет аккуратно. Как только шляпка задевает ушки ламы или носик, лама начинает плеваться водой. Да, кстати, в инструкции было написано, первый начинает тот, кто похож на ламу. Кто из нас похож на ламу? Ладно, будет начинать Камильчик. Нет, подожди. Заряжаем нашу катапульту, оттягиваем назад, и ты должен попасть ей прямо вот на ее лохмотье. Мимо. Дальше. Целься лучше. Нет, не сгибай. Давай, я тебе помогу. Целься. Целься, целься. Ну-ка. Нет, давай, давай. Ну не долетай, потому что надо вот так. Смотри, смотри. Убери пальчик. Понял как? Следующий. Давай. Еще раз. Пошел. Сейчас, подожди, Аминочка, подожди. Вот на пальчиком нажимай, нажимай, нажимай. Нажимай. Отпускай. Так, мимо. Попасть на самом деле не очень-то и просто, как мы это думали. Оп! Я задел ее кудряшки. Аккуратно, давай поближе. Так, еще один выстрел. Чуть не задели ухи. Ухи, ухи. Ухи мои, ухи. Так, ладно. Теперь я. Можно? Прицелюсь как следует. Так, я дождусь, пока на каминке повернется. Yes! Одна шляпа готова. Еще одна. Так. Две шляпы готовы, ребята. Сейчас будет третья. Пока она смотрит на каминчика, надо стрелять. Она в тебя стрельнула. Она плюнула в Камиля. Тихо, 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 тихо. Так не считается. Так не считается, Камиль. Это жульничество. Это жульничество. Ты дисквалифицирован. Аминка, не бойся, это теплая вода. Давай, возвращайся. Твоя очередь стрелять. У меня на счету... Не бойся, давай сделаем так. Нет, а мы сделаем так, пока она будет смотреть на Камильчика, ты будешь как раз в нее пулять, чтобы если вдруг ты заденешь ушки или носик, она стрельнет в него. На самом деле тяжелая игра. И требует обязательной концентрации и внимания. Давай, еще. Огонь. О, почти. А давай попробуем чуть-чуть поближе. Огонь. Нет. А что если просто вот так на ушки бросить? Ну-ка. Я просто проверил. Я просто проверил. Я думал, может, она не работает, но... Папа, у тебя не вода. У тебя не вода. Так, ну ладно, давай продолжаем нашу игру. Продолжаем. Так, Камильчик сейчас оденет шляпку ламе на голову.
Ты стреляешь чересчур сильно, тебе надо регулировать. Так, огонь. Там никого не было, это повезло нам. Не бойся, не бойся, не бойся, все будет колясо. Давай попробуем. Не, не бойся, да ничего страшного, намочишься. Сейчас мы попробуем стрельнуть еще раз. Оп. Аминочка, смотри, а ты знаешь, если вот эту кнопочку нажать, что-то происходит? Видишь? Видишь? Ничего страшного, просто вода, она плюется. Не-не-не-не-не, сейчас стол намочится, все, хватит. Все, поехали. А ты хочешь? Нет. Давай. Можно я? В общем, мы решили не закидывать ее шляпками, а просто взять и... Ой, тихо, все, Камиль, ты че? Ну что, друзья, победила дружба, мы все намокли, и мы решили эту игру разыграть. И розыгрыш заключается в следующем. Первые 100 подписчиков, которые напишут в комментариях «хочу ламу», будут участвовать в розыгрыше. А результат и победителя в розыгрыше мы озвучим в следующем видео. Так что пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписаться на канал. Ну и до новых встреч. Пока-пока!